Привет всем, я нахожусь в командировке города Кировска, и в этом видео я хочу показать вам Кировск. Прогуляюсь по нему. Город Кировск известен тем, что здесь ФосАгро добывает апатитонефелиновые руды, из которых делает удобрения для сельхозпродукции. Также здесь есть две горнолыжные базы, известные, наверное, многим жителям нашей страны. Горнолыжный сезон здесь начинается с середины ноября до середины мая. И люди сюда приезжают с Москвы, с Питера кататься на лыжах. Видеопрогулку я делал вчера. Решил перезаписать это видео выступление, потому что слишком много наговорил про этот Кировск. Думаю, вам это неинтересно было. Но сегодня 10 августа. И смотрите, какая здесь погода. Там в облаках это горнолыжная база Большой Удуяр. Но видео, когда я буду ходить по городу, вы увидите эти базы. Сейчас вот все. Осенняя погода. Конец лета. Все, следующее видео. Экскурсия по городу Кировска. В общем, вот подъемники, это и есть горнолыжный комплекс Большой Удуяр. Сейчас пройдемся. Там люди ходят, здесь с собаками гуляют. Ну, туда я собрался, или поднимусь как-нибудь на ту гору. Сейчас покажу высоту. Пойду оттуда. Ну вот, нашел какую-то точку, где видно эти подъемники. Но там на горе строится ресторан или... ресторан кругообзорного вида, или как-то, не знаю, видно какое-то строение, экран, но отсюда не видно. Покажу как-нибудь, можешь подымать. Вон подъемники, это горнолыжная трасса, видимо, и она уходит туда далеко вверх. Вон там еще подъемки тоже, видимо, горнолыжка какая-то. По-моему, штук 6 горнолыжных трасс. Это Большой Удуяр. И еще, по-моему, где мы отдыхали, Курьяс, то есть Тирвас, санаторий. Там другой горнолыжный комплекс. Куча, короче, название не запоминаю. Кирсияр, как, не понял. Но внизу, видимо, это база горнолыжного комплекса Большого Удуяра. Там на ней, конечно, и написано. Ну и вот он сам, город Кировск. Один из микрорайонов. А где я живу, его не видно. Он находится за этим парком, в который я сейчас пойду и спущусь в город. Это... озеро Большой Удуяр, кажется. Может быть, ошибаюсь. Ну и вот сами горы. Да, вид шикарный. В эти места надо приезжать, не работать. По горам ходить, на лыжах кататься, отдыхать. Нашел стадион.
И оказывается, парк не просто из дорожки состоит, а скейт-паркинг. Дети развлекаются. Сейчас пройду на стадион. Вот стадион, который я не сразу нашел ход. Ух ты, тренажерка здесь. Смотрите, какая. Вот этот ресторан, про который я говорил, что стоит вот большой вверх. Вот это, оттуда горнолыжники спускаются, туристы. И вот там отличный комплекс горнолыжный. Это дворец культуры, про который на меня произвел впечатление, с этими колоннами. Сейчас я их вам покажу. Построен был в 56 году, как вы видите. Вот такая арка у него внушительная. Кстати, про население города хотел сказать. Население города где-то 20 200 чем-то человек.
посмотрел по статистике, каждый год уменьшается или разъезжаются отсюда люди, или еще что-то. Наверное, многим не нравится здесь жить. Ну, как и в таких промышленных градостроительных городах, если ты не работаешь на строительном предприятии, тебе здесь ловить нечего. Зарплата намного меньше, и с работой проблемы. И, скорее всего, как и по всей России, люди едут в Питер, Москву искать лучшую работу. А может, некоторые с севера отсюда уезжают. Если 7-8 месяцев здесь снег лежит, солнца нету, я бы здесь не хотел жить. Здесь гостиница Северная. О, место Биг Бен. То, что белое на горах, это и есть рудник. То есть гор взрывает и добывает руду эту, апатита нефелинового. Это озеро Большой Удуяр. Я так понимаю, вот этот район, который около рудников находится, есть Мигкус Кичмар, на которого сходила лавина не раз. То есть там жилые дома, там работают рудники, производят взрывы. Может, из-за взрыва исходит лавина.